Вот там, а где танк ехал, вот. Вот. Вот здесь он масло менял, вот здесь растянули. Она видна, вот. Вот здесь танк наезжал, вот. Вот колея, и вот колея, вот. Это танк сюда заходил, это что, забор завалил. Три человека было. Ну, якут один, это вроде дождь, да. Приехали здесь, ветер был сильный, соседа забор завалили, поменяли что-то, масло меняли, все, уехали. А что флаг висит? Я украинец, висел, будет висеть. А это все прилетало ко мне. Вот прилетали, это все сюда, во двор. Вот какие. Вот какие были, это у меня на огороде были. Вот, видите, какие его? Вот какие прилетали. Вот самая первая пролетела ко мне. О, какая? Россия. Самая первая пролетела ко мне. Ну, дом живой остался, это за дехатами на соседнюю хату. Амба, меня осталась живая. Я, правда, минёра вызвали, минёры посмотрели, говорят, где-то нормально. Хочу сделать музей с него, ну, показывать деткам, как все было. Буржуйка у меня была, кушатель, дедушка, не это самое, комбат батя, говорит, не топи вечер, все равно вечером, говорит, вот искры, и будут по тебе стрелять. Говорю, понял, ребята, все понял, все понял. Вот, молюсь всегда я, вот и приехали, помолимся, я свечку молюсь. Сам вышел я. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Вот так. Это вот птица моя. Индейки, качки, кури. Ну это что у меня осталось, 35 штук осталось. А сейчас опять молодежи бомбануло. Вот так само соседа прилетала. Вон прилетела, монокрышка. Первое время, да, а потом привык уже я, как будто должно быть. Вот сейчас нету где-то издалека так бы. Я же, ну кажется, привык к этому. Не боялся. Просто меня Бог спасал, я молился и все. Вот это у него. Жанка. Вон, козочка моя любимая. Козочка моя. Вон, собачка пробилась, какой-то крутой какой-то. А ну, зрочка есть. 65 год, по 166. Все вострою, все сделаю. Зрочка, здоровья хватает. Дай Бог.